Жития святых. Святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юни. День 14. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Житие и чудеса святого пророка Елисея. Святый пророк Елисей родом был от града Келмаула, сын Сафатов, от племени Рувимля, чудотворец велико труждение своего явлен бысть. Рощуся бо ему юница златая в Силоме, далече от Иерусалима отстоящим, ей же израилтяне во идолопоклонничество совратившиеся приношаху жертви своя и поклоняху сяки Богу. Та юница бездушна сущи, в самый час рождения Елисеева возреве сильно, як у гласу ея слышите се в Иерусалиме. Очесом всем премного удивившимся, некий ерей, Духа Святаго исполненный рече. Пророк Божий велик родися днес, и же имат разрушите истуканния и сокрушите сильния. Прише чуже ему в мужа совершенно, и в девственной чистоте житие свое удобнейше го ради богоугождение пробуждающу, зван бейст от Бога в пророчество сицевым образом. Уряше Елисей землю двуманадесятми супругами волов, святый же пророк Илия бе на горе Хориве беседуя с Богом, и повели Бог Илии да шед помажет Елисея вместо себе в пророка. Шед же Илия святый, обрете Елисея урюща, и возложи на него милот свою, и сказа ему волю Господню, и нарече его бейти пророка, и вслед себе и ти повели. Елисей же абия вся оставляя, последовати Божию пророку Илии святому со усердием готов бяше, токмо молито го да повелите му идти в дом, е желобойзати отца и матери. И повеле ему Илия. Он же шед, пояд един супруг волов, им же сам уряше, и заклав волы, и рало на дрова сек, и на огън возложив, изпече меса и предложи прилучившимся людям и соседом. И очередив их, целувал отца и матери, тече вслед Илии, и служаше ему, получаясь от него видению многих тайн Божиих. И соверши се благодатью Божию пророк, немнея учителя и наставника своего Илии святаго. И даже хотяше Бог раба своего Илью взяти в вихре огненную колесницу аки на небо, и преселите того в рай, веляше Илия Елисею да скажете ему, кое го дара от Бога просит, его же бы исходатайствовал тому он Илия молитвою своею. Проси рече, что сотворю ти, прежде даже не взят буду от тебе. Елисей же не проси вещи некие временния земные, ничто же бо на земле требуваше, остави и вся Бога ради. Духом же и вещью нищ боевый, ниже здравие тела или долготы дней проси. Не желаше бо во временней жизни долгого жития, чая наследствовать и жизнь вечную, но проси сугубие Духа Святаго благодати во святом или и бывшия. Да будет рече Дух и же в тебе сугуб во мне, сиест, дар пророчества и дар чудотворения. Яко да заблущие люди от Бога, след жевала шедшие и словом пророчески мучает и чудотворением глаголема и утверждает, и к единому Богу истинному паки обращает их. И получи проси мой, глагола Бог нему Илия, а ще узришь имя в земле му от тебе, будет ти таку. И бысти душтим ими беседующим, узре се пред ними колесница огненная и кони огненные, и разделише между обеми, и взят бысти Илия вихром, яко на небо. Изряше Елисей и вопияше, отче, отче, колесница Израилева и кони его. И не видя к тому Елисей огненния тоя колесницей, далече от оче си го с возимим Илиею в висото зашечия, и нача плакати по нем яко по отце своем, растерзая ризи своя. И узрез висотей от Илии святаго неспущенно и сходящую на него милоть, я же и паде на нем, и прияю во утешение своя я печали, и в знамение полученного сугубо го Илиина духа. Имееше ту у себе яко дражайшее сокровище, или яко честную царскую порфиру, и тою, яко Илия прежде сотвори то чудо. Реку Йорданскую прийти хотя, удари милотью во води, и разтопи се вода сюду и сюду, и прейде Елисей по сухо. Видевши же то сини пророчи, и живо Ерихони жительствоваху, рекоше друг ко другу, се почивает дух Илиин на Елисеи, и пришедше поклониша се ему. Святий же Елисей пришед во Ерихон, седе тамо прибити некое время, и рекоше к нему мужи градствий, се житие града нашего добро есть,
якоже ти, Господі, не видиши, но води зли, їх же раді земля єс неплодна. І рече Елісей святий, принесіте мне водонос нов, і всипліте в него соль. І сотворише то мужі. Он же взем, і зайде на ісходище водная, і всипе там у соль, і рече, сі це глаголит Господь, ісцеліх води сія, і уже не буде от них к тому смерті і неплодства. И исцелишися воды Ерихонские по глаголу Елисееву. Посем Елисей святый от Ерихона иди в Ветильград, в нем же люди израильтисти, отступивши от Бога, кланяхуся идулом. И когда приближися к уграду, сидят и малии, исшедшие из града играть, и узревши грядуща пророка святаго, плешива суща главою, начаша ругатися ему вопиюще, «Гряди плешиве, гряди плешиве!» Святый же минув ония, озревся и видев их текущих вслед его, и тожди ругательно вопиющих, прокля их именем Господним. И сей зайдоше две медведицы из Дубравы, и растерзаше от них 42 отручища, прочие же едва убежаше в град. Сию же казан пророк Божий праведним судом наведе на тия отручища, ово поругание их казня и пресицая, да не пришедши в мужеский возраст, горши и нравом будут. Ово же родителям их за идолопоклонничество мест творя и уча, да в наказании воспитывают дети своя, еже бы им ведети, как убоятися Бога и почитати честно Божие слуги. И иди оттуда святый в гору Кармильскую, а от Кармила возвратися в Самарию. В то время воздвигоше се Израил тяне на брань против у Моавитов, вины ради сицевия. Цар Моавитский, его же земля зело преизобилуваше стадами скотскими, даяше царю Израилеву по вся годы дань 100 000 ягнят и 100 000 овнов с рунами их. Умершу же Ахааву царю Израильскому, Муса цар Моавитский отступил от Израиля и престал бычные даяти дани. Тогда Йорам, сын Ахаавов, царствовав и над Израилем в Самарии и нечестие отеческого державы ся, собрав воинскую свою силу, еще же и Иосафата, богоугодного царя Юдина из Иерусалима, в помощь себе призвав. Так уж да и царя Едомского подручного ему взем, пойде на Муава, потем пустыни Едомские. По смотрению же Божию бяше в полцехе святый пророк Елисей. Шечим же тем трием царем с полки своими 7 дней, небыст воды и людям и скотом, и уже все изнемугаху от жажды. И рече Йорам цар Израилев с воздыханием, «Собра нас Господь триех царей, еже предати нас в руце Муавли». Цар же иудейский Йосафат рече, «Несли сде в полцех какого пророка Господня, дабы и тем вопросили Господа». И отвеща един отрок царя Израилева глаголя, «Есть сде Елисей, сын Сафатов, и же слуга бяше Илии пророка, возливавый воду на руце его». И глагола Йосафат цару Елисей, «Ест в том муже глагол Господин». Все обу три цари приедоши к святому Елисею и молиша туго, якуда помолиться ку Господу, и откроется ему о них. И рече святый Елисей ку Йораму царю Израилеву, «Что мне и тебе есть? Иди ты ныне к пророку отца твоего Ахаава и к пророку матери твоей Езавели и тех вопроси, да скажут тебе быть и вам имущая». Йорам же цар Израилев со смирением рече к нему, «Сего ли ради Господ собра нас триех царей, да предаст нас в руце Муавли?» И рече ему Елисей, «Жив Господ сил, и муже предстою, яко аж ты бы не почитал богоугодного царя Йосафата, не брегал бы о тебе, и не же возрел бы и на тя идолопоклонника суща. Обаче приведите мне певца». И приведен бъйс к нему певец Левит, умея и добре псалмы Давидовой пети. Поющо же певцу Давидская псалмопения, бъйст рука Господня, яже ест дух святый на Елисеи. И рече, «Ископайте нейни потоки и рвы глубокия, ибо так углаголит Господь, не узрите ветра ни дождя, а потоки и рвы воды наполнятся, и будете пити вы, и люди ваши, и скоты ваши, и ще же и Муава предаст Господь в руце ваши, и победите силу его, и разорите всяк град твердый, и вся древеса благоплодовитые посечете, и всяк источник водны и заградите каменями перстью, и всю землю муавитскую пусту сотворите. Избыше се та вся словеса пророческая.
ибо за утро во время жертвы уже благочестивый царь Иерусалимский Иосафат по все утро Богу священническими руками приношаше, узреши все люди воды Божьим повелением текущие по Идомскому пути, яже первые в полк Иосафатов придоше, та же и в прочие, и наполнише се все рвы и потоки и удолье воды, и вся земля умучись и быст влажна. Пивши убо и прохладившися водою все довольно, и доше на Моава, и поразише силу моавицкую язвою велиею, и всю землю туплениша и опустошиша по словеси Божии пророка, и с торжеством во своя возвратиша се. Посем вдова Некая, бывшая супруга единого от синов пророческих, возва к Елисею глаголющи, «Раб твой, а мой муж умре, и гоже тъй добре веси, яко раб бе бояй се Господа. Нени же приходит взаимодавец, и муже муж мой удължи се много, и ничто же обретает взяти у мене, нищия сущия, хощето бо двух синов моих, их же во утешение вдовства моего, яко две зеници от чест моих имам, в работу себе взяти». Тако жена так пророку Божию вопияше. Сказую женеци бъйте оно и супруга Авдия пророка, строителя бывше дома Ахавова, и же скрив 100 пророк Божиих пред мечем царицы Изавели, питаше их во время глада, и все имение свое на той стощи, и взаимодавцы му дължи ся. Умирая же остави жену и чада своя промислу Божию, повелев им на Господа несумненно ю имети надежду. Святый же пророк Елисей милосердствував у ней и учадех я рече, «Что хощеше да сотворю тебе? Что имаше нейне в дому твоем повещне?» Она же рече, «Несто рабей твоя я ничтоже в дому, но токмо мало елея в сосуди». И рече к ней святый, «Шед, изпросил соседов твоих сосуди празни многи, и затворивши се в дому твоем с сынами твоими, влий от елея твоего во вся сосуди, и наполнене имети будеше». Шедши обо жена сотвори тако, и спроси сосуди и внесши их в дом свой, затвори двери за собою, и лияше от сосуда своего в сосуди и спрошения. И сейне и я приступивши лияху с нею, подающи сосуди, и не оскудеваше елей в сосуди и я, но яко от источника течаше. И даже изпълнише се вся сосуди, рече жена к сейнам своим, приближите мне еще сосуд, и рекоше и сейне, несто же празна го сосуда. И стая лей. И текши жена с радостью възвести то человеку Божию. И рече к ней Елисей, шедши, продавай елей и заплати долги за имодавцем твоим. От оставлюша го си же елея, питай се с сынами своими. Посем во един от дней прихождаше святей пророк Елисей град Суман. И там жена некая честна и удържай го снести хлеб в дому ея. И угости человека Божия с усердием. Бъйст же емну множици и очерез град той ходити, егда грядяше от Кърмила ко Йордану, или в Галгалай, или во Ерихон, или от туду в Кърмил възвръщаше се и уклоняше се в дом жена и тоя ясти хлеб, понеже бе благочестива и добродетельна. И рече та жена к мужу своему, разумех, ако той человек Божий ест свят, и же часто ми му ходит сквозь град сей, сотвори му бойму горницу малу и постави модри, трапезу и престол и свещник, да споти уклоняя се к нам, имать покой свой. И бъйст тако. Виташе таму пророк святей, колико крат случаше се в ограде том бъйти. Некое го же време не почивае человек Божий в оной горнице, и го ради созданной, помишляше в себе, чим бъй възблагодарствовати странноприемной жене той. Видеше бо велио я добродетель. И рече ко Гиезию отроку своему, призови ко мне суманитино и мисию, и призва оною отрок. И рече к ней человек Божий, удивила си нам угощение твое, что обо воздам ти? Несли тебе кое го слово к царю или к князю и воеводе? Она же рече, нест мене никаковые нужды, посреде бо людей своих аз живо. Отшече же от него жене рече святей ко Гиезию, чим възблагодарствую благодеяние жена и сия. И глагола к нему Гиезий, се несто не я чад, а муже я стар, умолил бо ней Бога да подасте и наследника сына. И сотвори то угодник Божий, пролиял ней теплую молитву к Богу, и приим извещение рече ко отроку своему, призови мне пак и суманите на ню. И призва оною отрок, и глагола к ней человек Божий,
в то время и в той час зачнеше ты и сына. Она же поклонившися рече, молитеся, Господине мой, не служи мне рабе твоей. Святей же обеща оную я ти веру неложному словеси. И посем зача жена, и исполнившося времени роди сына и воскорми его. Возрастающую же отрочищу я бысть в единое лету, в жатвенное время и зайти ему к отцу своему и к жнущим. И мало там умедлив рече к отцу, глава моя болит. Отец же рече к слузе, неси его к матери, и несе слуга отрочища больна в дом к матери. И лежаше на коленах матерних до полудни и умре. Она же вземши мертвого, вознесе в горницу пророчу и положи на одре, и изшедши затвори двери, и призвавши мужа своего, ничто же ему поведа о смерти сына, но моли его глаголя. Посли со мною единого отрока и едино усля, да те кук человеку Божию вкормил, и возвращу се скоро. И глагола к ней муж, че со ради пойдеше к нему, ибо ныне не нов месяц, ниже суббота. В тея будник святому пророку Елисею, в кормильсте и горе обитавшему, собираху се люди на славословие Божие и на поучение. Жена же рече, аж ти не суббота, ни новомесечие, обаче пойду, и пойде с отщанием. Приближающий си же и к горе кормилистей, познав человек Божий приход и я, рече Гиезию от руку своему, се суманитина и не вредет, пецей в сретение я я ирце ей, мир тебе. Гиези же срети фону и рече, мир тебе, мир мужу твоему, мир отручищу твоему. Она же рече, мир. Притекши же к святому Елисею жена, припаде к нему и яце за нозе его. И приступи Гиези, хотя отринуть ионую, и рече Елисей, остави ю, яко душа я я прискорбна е с нейни, и Господ утаи от мене печаль я я, и не возвести мне. И рече жена, еда просих сына у Господа моего, не сам ли ты, Господине мой, изпроси мне его от Бога, аз же глаголах тебе, не служи мне рабе твоей, и нейни сын мой умре. Умели се же у ней человек Божий и повели Гиезию, дав ему жезл свой, да скоро тек положит жезл на умершем отручище. Матер же умершего отручище не удоволив се тем, к святому пророку рече, «Жив Господ и жива душа твоя, не отстану от тебе!» И востав святый Елисей, иди вслед и я. Гиези же упредив его, возложи жезл на лице отручищу, и не бе гласа, ни послушания. И возвратив се среди человека Божий и поведе ему, яко не воста отручищ. Достиг же святый пророк Елисей града и дома жены, взейде в горницу оную, и се отручищу мери и положен бе на одре его. Затворив обо Елисей святые двери, помоли се ко Господу и взейде, и ляже на отручище и положи уста своя на устех его, и очи своя на очи его, и руце свои на руце его, и плесне свои на плесну его, и дуну на него. И согрея се плота от ручището. Востав же пророк, и походив в храмине той сюду и сюду, и пак и взейде, и преклони се на отручища седмиждай, и отверзи отручища очи свои. И возвав Елисей Гиезия, рече ему, призови мне суманите нейню. И призваю Гиезий, и рече к ней Елисей, возьми сына твоего. И паде жена на нози человеку Божию, кланяя се ему до земли, и прия сына своего жива, радуя си и хваля Бога. Востав же оттуда пророк Божий Елисей, иде в Галгалай, иде же древли люди израилтести, входящи в землю обетованную, приидоше реку Йорданскую, медлищо же Елисею святому в Галгалих, бъст глад в земли той, и сына и пророчи, и же бяха ученици его, пребайваху при нем, подражающи богоугодному в чистоте и нестежание житию его, по подобию иноков в нови благодати сущих. Беже человека Божия са ученики его пребывание на особном безмолвном месте. И рече единому от слуг своих, настави коноп велий на огън и свари варение с ином пророческим, бяше же их яко 100 мужей. И зайде же един от них на поле собрати дивия зелия и обрете дивий некий виноградоподобни плод, колокинта и нарицаемый, горки и безмерно, че со ради неци и нарекоше то желчи у земли. Ест, че и здрави увреден плод той, а ще его врачевство от части употребляет ся, и аще кто чрез меру вкусите го умрет.
Того плода вредния силы собирателя он и не веди, набра полную одежду свою и всыпав котел на сварение. И даже варението представи се с ином пророческим, и на чашето е ясти, ощутише горест в купе и вред, и возопише к святому глаголюще, смерть ест в конобе человече Божий, и престаше ясти, яко невозможно бе. Святый же Елисей повели муки мало всыпати в коноб, неякому кою вред отгоня, но чудотворение свое покривая. И уследи се варение, и вред во врачевство претвори се, ядше все насейтише си и бъйше здрави. Прийде же к святому пророку Божию некий боголюбивий муж от града Ваал-Салиса и принесе хлеба и малия ячменния от първопожатого ячменя, числом 20. И повеле человек Божий хлеба и тъя предложите служителствующим ему. Рече же к нему от руки го, не довлеет с том мужем сих малых хлебов. Святый же рече ему, предложи им да ядят, сице боглаголит Господи, ясти будут и преизбудят им. И бъй стако, сто мужей ядоше до сейтости, и осташе се многие округи по глаголу Господню, реченно му сте и пророческими. Бъй сводни тие у царя сирийского княз сильних, сиест, воевода всея воинственные силы именем Нееман, муж вели пред Господином своим царем сирийским, храбр и благополучен в браних. Прокажен же бе зело, неже обретаху се врачеве могущи и туго изцелити. И сидоше же от Сирии войни немногие, и плениши от земли Израилева и юнот Кумало, и приведше в Сирию от Даша оною жене воеводи своего Неемана. Та юнотка слыша от родителей своих о святом пророце Елисеи, и овели их в чудесах Божиих, бывающих молитвами Его, и рече госпоже своей ей же служаше. Аз ще бъй Господин наш бил у пророка Божия, и же в Самарии добре бъй било ему. Ибо пророк Божий очистил бъй Его от тоя болезни. Та словеса от руковица Иония жена Нееманова возвести самому Нееману глаголющи, тако и тако глаголит юнотка, я же ест от земли Израилевой. Нееман же шед к царю своему, молито го да бъй отпустил его в землю Израилевскую в Самарию к пророку Божию изцеление ради. Цар же не ток му и тие му таму не возбрани, но и писание от себе к царю Израилеву Йораму сейно Ахаавову даде. Взему го Нееман в руце свои 10 талант сребра и 6000 златников, и 10 одежд пременних красних, сяже вся в дар Божию человеку иде в землю Израилеву и отдаде царю Йораму от царя своего писание, в нем же написано бесице. Се нейне, егда приидет писание мое сие к тебе, вежд, яко послах к тебе Неемана раба моего, да очистише того от проказа его. Цар же Израилев Йорам прочет писание царя Сирийска, опечали се зело, и раздра риза и своя глаголя. И да, аз Боги е съм, моги и мертвите и животворите, яко преслако мне мужа прокаженна, го да учи, що его от прокази. Но разумейте прочие и видите, яко се ищет сей вина и во мне, еже бъй воздвигнут и бран на мя. Уведав же то святый пророк Елисей, яко цар печален, раздра риза и своя, послак нему глаголя. Почто печалише си, и риза и твоя раздрали си, да приидет ко мне нейни Нееман и да разумеет, яко ест пророк Божий во Израиле. Прииде же Нееман на конях и колесницах и ста при дверях дома Елисеева и посла к нему святый Елисей слугу своего глаголя. Шед, измий се седмицию во Йордани и измени се ти плоть и очистише ся. Разгнева все обо Нееман отиде глаголя. Аз мнех, яко сам изъйдет ко мне и став надо мною призовете ми Бога своего и возложит руку свою на вред мой и очистит проказо. Он же ко Йордану и тим не повелевает. И дали реки Дамаскова и Авана и фарфарни лучи и судьпачи Йордана и всех вод Израилевых, дабы умылся в них и очистился. То глаголя, уклонися от Самарии и иде гневен. Советовах уже ему отроци его, дабы не преслушал пророка Божия и глаголаху. А ще бъй вели некое слово глаголало тебе, пророк, не сотворил ли бъй си повеление го? Нейне же мало е сие повеле тебе. Измий се во Йордане очистише ся, ти же не хощеше послушати. Приял бо Нееман совет от руков своих, и к реце Йордан стие приближив ся, сниде с колесницей, и погрузи се во Йордане седмижди по глаголу человека Божия. И обрати се плоти го, яко плот от ручате млада, и очисти се от прокази, и возврати се пак и к святому Елисею той сам, и все ополчение его, и став пред ним рече. Нейне аз разумех, яко нест Бога во всей земли токмо во Израиле,
приемил бы от раба своего сия дары, я же принесох ти. И даяше Нейман человеку Божию злато, сребро и одежды. Святый же Елисей рече, жив Господ и муже предстою, як уничтожи приему. И принуждаше Нейман пророка да возмет принесенное. Он же не послуша его не взя. И рече Нейман к святому, аще ли ничтожих още ще взять у мене, то тъй дашт мне рабу твоему бреме от земли сия червления, или ко двумя супругам им сков повести, да привез оною в дом мой и сотвори от ния алтар Господу Богу Израилеву, ибо от целя раб твой не принесет жертвы и всесужение Богом и на им, но токмо единому Богу истинному. Святей же Елисей не возбрани взять ему просимое и отпусти его с миром. Очечу же Неемано от человека Божия Елисея, отручищ Елисеев Гиези рече к себе, «Се, Господин мой, от радост отвори Неемано сиренину сему, не взем от рук его принесених даров. Жив Господ, ако имам тещи, вослете го и возму от него нечто». И востав Гиези, тече вслед Неемана. И видев того Нееман текуща вслед его, възврати се с колесници на сретение ему. И рече Гиези, «Мир ти!» Так уж да и Нееман отвеща ему, «Мир!» Пак и Гиези рече, Господин мой послами к тебе глаголя, се наини придоша ко мне два отручища отгоре Ефремли от синов пророческих, да щобо тех ради талант сребра и две измени одежда. И рече Нейман, возьми два таланта сребра и одежда. И вложи Нейман два таланта в два мешца и две измени риз, и вложи то на два отручища своя и посла с Гиезием. Пришед же с теми Гиези к себе в сумрак вечерний, взял от них принесенно и отпустив их, сукрив храмени своей, а сам шед предста Господину своему. И рече к нему святый Елисей, «Откуда пришел и си Гиезие?» И рече Гиезий, «Не ходи раб твой никам уже». И рече к нему Елисей святый, «Не сли ходило сердце мое с тобою, и видя, как возврати се муж с колесница его в сретение тебе, и прияли си от него сребро и одежды, и хоще ще купите тем сребром вертоградой и масличния съдей, и виноградей, и овци, и волъй, и отруки, и отруковици. Селбо проказа Нейманова да прилепенет на тебе и на семени твоем вовеки. И изъйде Гиези от лица Елисеева прокажен яко снег. Некое го време не реше сейни пророчик святому Елисею. Селбо место и дежема и живем противо тебе тесно нам. Да идем на ине до Йордана и да возмем оттуда киш до муж по бервно единому и сотворим себе ту обиталища, пребивати тамо. И рече святей, идите. И рече един кротце, греди и само отче с ръбъй твоими. И востав човек Божий с ними иде. Дошече же Йордана се коше древа. И егда един от се каше бервно, железо спаде с топорища и паде във воду и возопи той. О, Господине мой, сию секиро аз заях от друга. И въпроси човек Божий, где паде железо? И показа ему той место. Святей же отсече древо и вверже е там в воду и всплыве железо. И рече святей к сечцу, возьми е сам. Он же простер руку свою взяе. Толика е бяше того свята го мужа обозе сила, яко и естественную железа тегото можаше претворити в таковую леккост, яко върху воде и плават и железно му сечево, аки листу отпадше му от древа. Зряше же и отстоящая, аки зде пред очи са и деющая ся. Многожда и бо цар сирийски на Израиле воюей, совеща со отруки своими глаголя, на место оно или оно прейдем и заляжем на царя Израильскаго. Святей же Елисей прозря то, посилаше к царю Израилево глаголя. Блюди се не приходите на оно место, и ако тамо Сирия не залегоше. Цар же посилаше тамо оведе тя ще ест истина. И оведав так объйти, соблюдаше себе опасно от туду. И послава воев своих нападаше нечаяно на сириен и поражаше их. Сие же бъй с не единою, ни дваждай. И смути се душа царя сирска условеси сем, и призва отруки своя и рече к ним, почто не сказуете мне, кто ест възвещай и тайни моя царю Израилеву, и предаяй ми в руце его. И рече един от отруки го, ни господине мой царю, не от нас байваят то, но пророк Елисей и живо Израиле възвещаят царю Израилеву вся словеса, я же аз ще глаголеши в съкровище ложница и твоя. И рече цар Сирийски, идите, уведите где ест пророк той, да послав воев приведу его ко мне. И възвестише ему глаголюще,
сев до Теименный не пребывает. И посла таму цар кони и колесници и силу тяжку, и придоше нощью и окружише град. И урани за утре раб Елисеев, и в устав изейде, и вся сила сирийская обступи град во множестве коней и колесниц. И рече отрок к Елисею, «О, Господине, что сотворим?» И рече ему Елисей святей, «Не бойся, ибо более есть с нами, паче неже с ними». И помоли се Елисей к Богу и рече, «Господи, отверзи нейне очи отрока Твоего да узрит силу Твою». И отверзи Бог очи отручища и виде, и се гора изпълнена бяше коней и колесниц огненни хокръст Елисея. И изейде святей Елисей со отроком своим из града противо Сириенов, и тие идоше к нему. И помоли се Елисей ко Господу и рече, «Порази Господи язык се и невидением, и порази их Господ невидением по прошению Елисеево». И рече к ним Елисей, «Не се ест путь, и не се ест град к нему же гредете, но идите по мне, и аз веду вас к мужу, его же ищете». И веде их в Самарию. И бъйсте гда в Самарию в недоша, помоли се Елисей глаголя, «Господи, отверзи им очи да видят где суть». И отверзи Господ очи их и видеше, и се бяху посреде Самарии. И уведа у них цар, и видя их, и въпроси Елисея святаго, «Велише ли отче да поражу их поражением?» Отвеща святей, «Да не поразиш их, не тебо сему привели си их, ни оружием твоим пленили си их, но предложи им пищо и питие да едят и пиют, и отпусти их, да идут к Господину своему». Предложи обоим цар предложение велиево учреждение, и ядоша и пиша, и отпущенни и доша к царю своему, и к тому не приложиша приходите ти и сирии в землю Израилеву. По сем времени доволно пришедшу, венадат цар сирийский воздвиг бран на Йорама царя Израильского, собра все ополчение свое, и прише до пседе Самарию стольний град царя Израилевых, и деже бяше и святый пророк Елисей. И бъйст глад велик в граде, яко людям убогим и дети своя ясти. Единою же царю Израилеву пустыне градсте и худящу, жена некая возупи к нему глаголющи, «Спаси ми, Господине мой царю!» И отвеща к ней царь, «А ще тебе не спасает Господи, то како аз спасу тя? От гумна ли или от уточила дам ти некое препитание? Обаче ръце и часо требуеши». Она же нача жалобу свою приносити, на подругу свою глаголющи. Сия жена ко мне рече, «Дашь мне сына твоего младенца суща да съедим его днес, а утро моего сына съедим, и изпекохом сына моего и снедохом его». И рекох к ней во вторий день, «Дашь сына твоего да съедим его, она же скрый сына своего». И бъйсте, когда услыша царь Израилев словеса жены, раздра ризой своя и разгнева се зело на пророка Божия Елисея, яко той советом своим удержаваше его не покорите се царю сирийскому и не предати града в руце его, но ожидати помощи Божия. И рече царь, «Сия да сотворит мне Бог и сия да приложит мне, а ще будет глава Елисеева на нем днес». Я бия посла спекулатора от сещи главопророчо. Человек же Божий седяше в дому своем, и старци Израиль тести седяху с ним. И рече святый к седящим с ним старцем, «Не вести ли, яко цар Йорам сын убийца Яхаава, убивши го неповинно на Вутея, той посла спекулатора да пришед с дел отсечет главу мою. Но утвърдите двери крепко и не пустите его сему, донде же и сам послава его Господине го по нем приедет. И слышите не топот ли слышит се ног Господина Его вслед Его?» Сия святому глаголющу постиже цар посланного спекулатора. Ибо Абия разкаяв се условеси своем, тече сам скоро вслед посланного, да не совершит злое повеление Его. Знаеше бо свята бити Елисея пророка и неповинна, и Израилскому царству благопотребна, яко многим благодетелствующа. И пришед цар к пророку Божию рече, «Се толико е зло от Господа, попусти се на нас, и че со боле ожидати имам от Него. Предам град царю сирийскому, и поклоню се ему, да не все измрем гладом. У небо нам е с живим бити поработивши се тому, неже противещи се ему погибнути от глада». Святий же пророк Елисей к царю, яко всем там убившим глагола, «Слышите слово Господне, сице глаголят Господь, яко же час сей, утром мера муки пшеничний будет за сикель един, и две меры ячмене за сикель един во вратех Самарии.
и отвеща тристат на Егоже руко, цар почиваше, и рече ко Елисею: «Ся, що отверзят Господи хляби небесния, то не будет тако, яко же глаголиши». И рече ему святый Елисей: «Се тъй узреши своими очиси и то, обаче от того хлеба не имаше вкусити». Отишив се же мало цар, отиде в палату свою. И бъйст тоя нощи молящо се Елисею святому ко Господу Богу освобождение града, посла Бог сметение полку сирийскому. Слышен бо сотворим глас оружия и глас коней, и глас силы великия, и рече друг ко другу своему: «Синей не наял на нас цар Израилев, царя Хитейска и царя Египетска, и приидоша на нас силою своею. Исполнише се обо Сирия не страха велика и рекоша: „Бежим отсюду, бежим!“ И воставши в нощи с царем своим, отбегоше и оставише сени своя и кони, и услы, и вся яже в стану их бяху, самая токму души ради своя я бежаша. Тоя же нощи бяху четири мужи прокаженни, привратех града седящи, и рече друг ко другу: „Почто ми изде седящи ждем умрети? А ще внидем во град, то во град е глад, и умрем гладом. А ще изде седем, то тако жде умрем. Внидем обо в полк сирийски, и а ще живят нас живи будем. А ще же умертвят нас, то да умрем, и не търпим более злострадание в жизни сей. У небо намест от меча умрети, неже от глада“. Тако совещавши се восташе и внедоша в полк сирийски, тменошно и належавши. Шече же в полк, ни един го обретоше человека, и прошече до средини и полка никого же видеше, и удивляху се. Внедоше же все недино и едоше и пиша, и взяше оттуда сребро и злато и одежди, и шече с крейша. И пак и возвративши се внедоше в другую сень, и взяше оттуда ежехотеша, и елико понести възмогоше и с крейша. Та же рекоше к себе: „Недобре мъй творим нейни, ден бо сей, ден благовещение есть, а мъй молчим. Я ще пребудем до света утреннего, повинни греху обрящимся. Идем у боку граду и возвестим в граде и в дому цареве“. И доше ко вратом града и сказаше стражем глаголюще: „Входихом в полк сирийский, и се не бъйст там у мужа, ни гласа человече, токму кони привязани и услята и сени их со всеми сущими в них богатствой. Вратни же стражи възвестиша то в дому цареве“. И востав нощи от цар, рече го от руком своим: „Аз скажу вам коварство сириян, е женини нам сотвориша. Разумеше, ако гладни сме, изшече обо и стана своего, сокрише се негде на селе глаголище, и заидот из града гладни и име ме живи, и во град внидем. Отруце ще советоваше царю да послед уведат и аще истина есть. И посла цар Израилев два всадника, и же вшече в полк, и никого же обрече, текоше вслед Сириов даже до Йордана. И се весь путь бяше изпълнен одежди и оружия, я же повергоше сириени от великаго бежаще страха. И възвративши се послани, възвестише царю и всему граду. И изидоше все люди из града, и разграбиша вся страна и сирийския, и бъйст мера муки пшеничной за един сикъл, и две мери ячменя за един же сикъл, по глаголу Господню. И пристави цару врат преждеречен на го тристата своего. На его же руце почиваше. И егда той хоте оправити да не сутесняется народ во вратех, попраше его людие, и умре тамо. Яко же человек Божий Елисей глагола: „Егда он и тристат не емле вери глаголу Божию, устей пророчески ми убили и хлеба глаголанному. Противо отвеща глаголя. А ще и хляби небесни отверзят Господь, то не будет тако. Чудесен же бе великий сей угодник Божий в иных пророческих дарованиях и деяниях, яко же о том пространно в царских книгах пишет ся. Глад седмолетний в земли израилской быть имевший предвозвести. Смерть Венадада царя сирийска предоведа, а заело же приятие сирийского царства предсказа. Иуа, единого от князей израильских на царство помазав, на истребление богоненавистного идолопоклонническаго Ахаавова дому востави, и же и уби двух царей идолопоклоннических Йорама израильского и Охузию юдейского, внука бывше прежнего доброго царя Йосафата, и же не подражав деду своему, уклони се в нечестие. Уби же Езавель ону скверную жену Ахаавову, матер же Йорамову, и вся жерцы и Ваалова и волхвы избив. Во всем же том име поспешествующее себе благословение и молитва и святаго пророка Елисея. По смерти же и Иоевой,
царствовал в Израиле сын его Йоахаз, также внук его Йоас. В царството го разболеся в Самарии человек Божий к смерти, и в глубокой уже старости сей. И прийде к нему Йоас, царь Израилев, на посещение, и плакася о нем глаголя: «Отче, отче, колесница Израилева и кони его». И рече ему Елисей: «Возмилуки стрелы, и отверзи окно к востоку, аму же лежит Сирия, и возложи стрелу на напряженный лук, и сотвори то царь». Пророк же Божий возложив руки своя на руце царева и рече ему: «Стрели к Сирии», и стрели царь. И рече пророк: «Сия стрела есть Господня спасения, и победиши Сирию». И пак и рече к царю: «Возьми луки стрелы», и взя царь. И рече к нему пророк: «Удари ногою на землю», и удари царь трижды и ста. И оскорби се на него человек Божий и рече: «Аз ще бъй ударил еси петищи или шестищи, поправил бъй еси Сирию до скончания, ней не же токму трижды и победиш ее». Тако пророчество в святый Елисей умре, и погребен бъйст честно. Не токму же в животе своем чудодейство во многое, но и по смерти своей чудотворец бъйст. Того же болета случи се вещь цицева. Мертвец некий на погребение из града Самарийска изнесен бъйст. И се внезапо войни от Муава разбойнически придоша в землю тую, погребатели же озревши издалече грядущих войнов, погребоше мертвеца во гробе Елисееве и бежаше во град. Паче же человека мертва го тело куснуся косте Елисеевих, и оживе человек той, и ста на ногах своих и из гроба изшед тече ко граду. Сице и по смерти угодника своего Бог прослави. Учесом тому единому Богу нашему от всех буди слава, чест и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Амин. Конец жития святаго пророка Елисея.